Оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Республике Татарстан обнаружены изъяты химические вещества общим весом более 500 килограмм. Предметы и приспособления для проведения химических реакций, инструкции по последовательности проведения манипуляций с реактивами, а также приготовленное к сбыту наркотическое вещество мефедрон общей массой более 1 килограмма. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Так уже. Мы приготовлены.